Міністр охорони здоров'я спровокував спалах COVID-19 в Україні після святкових вихідних в Одесі. І чим це може обернутися, будемо говорити просто зараз. За одним столом ми зібрали таких гостей. Це головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Адвокат Євген Іванченко. Добрий вечір і вам. І готельєр, директор центру туризму «Південна ліга» Фазіль Аскеров. Я рада бачити. Вітаю. Доброго дня. Відкриваємо лінії для голосування, і нам цікаво дізнатися і важливо запитати у вас таке, чи одягаєте ви маску у транспорті, а також у магазинах? Так або ні, будь ласка, висловлюйте свою позицію, можна проговорити її телефоном 726-3326, ми працюємо у прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте. Отже, зараз ми бачимо затори через зливу по місту, так, а на вихідних через наплив туристів. Покажіть, будь ласка, на екрані відео зроблено нашим гостем, як автівки скупчуються на в'їзді, правильно я розумію, до Одеси. І, Євгене, вам слово. Розкажіть, будь ласка, яку ситуацію ви спостерігали і хто ж це до нас так їхав активно святкувати День Конституції? Доброго вечора ще раз. Насправді, як я в самому ролику коментував, вперше побачив таку ситуацію, коли на під'їзді до Одеси, я не знаю, приблизно кілометрів, мабуть, за 10 почалась оця тянучка, корка, пробка, я не знаю, як це назвати. Але хочу сказати, що насправді, якщо, ну, я там проїхав, в принципі, всю цю частину, десь за хвилин всього там 45-50, десь приблизно так, вперше, мабуть, в житті. Більшість автомобілів – це Київ, Київська область, Житомир. Ну, всі, я розумію, що це в більшій частині – це все-таки туристи. От, звісно, це дуже всіх обурювало, всі там виходили з машин, фотографувалися там. Тобто самі їдуть і самі ще обурюються, так багато нас їде. Нецензурна лайка була, відповідно. Ну і, звісно, всіх питання виникає, як могла взагалі така ситуація виникнути на початку туристичного сезону. Ми розуміємо, що є карантин, розуміємо, що всі процеси, можливо, буде якась заява, чи була від мерії про те, що там вони планували, що все якось буде по-іншому, і роботи були просто загальмовані на лимані, так, і вони не встигли це зробити. Але заради правди, скажімо, що роботи на лимані у нас продовжуються, мабуть, років 5-10 останніх. 20. Ну, дуже добре. От. І насправді нічого не змінюється, постійно там щось ремонтують, і постійно зробиться така ситуація. Але можу сказати, що організацію руху в цьому році, ну, міська влада точно вже порушила от максимально. Тобто проїхати неможливо, в пробці ти стоїш, і добре, якщо ти розрахував, там, наприклад, свій бензин, що ти зможеш проїхати цю частину, тому що люди ж, відповідно, також їдуть з Києва, з інших міст, вони якось розраховуються все. Ну, насправді, дуже-дуже неприємна ситуація, і дуже було дивно дивитися навіть на навігаторі, коли їдеш від Любошівки, наприклад, до Одеси, показує 4 години. Думаю, та ладно, ну не може бути такого, це якась помилка. Ну, таке є. Такий наплив туристів. Це вже почався нас високий курортний сезон, Фазілі, до вас питання. Незважаючи на пандемію у світі, в нас карантинні заходи, а в нас туристи. Ну, треба бути об'єктивним до кінця. Не знаю, наскільки підтвердиться інформація, що все-таки пробка була не тільки із-за там переїзду і ремонтних робіт, ну, і за там якась аварія була, грузовик якийсь перекрив частину дороги. То, що показали. Можливо, але да. Коли я проїжджав, то до тебе не було. Тобто була інформація, що це не тільки із-за цього, але дійсно грузовик на самому виїзді за мост, там підйом, і була аварія, і почала образовуватися пробка із-за цього. Така ситуація з напливом туристів в Одесу на святкові дні, от, які є в іюні, вона на протяжении останніх 4 років. Это не событие этого года, а в прошлом году примерно пробка тоже была, может быть, не такая большая, и без аварии была пробка. Традиционно одесские отели заполняются первый раз на 100% именно на эти первые длинные выходные в июне, которые получаются. И в прошлом, и позапрошлом году, 17, 18, 19 год, эти дни все отели в городе были заняты.
да, на 100% практически. В этом году плюс то, что люди не могут уехать за границу, то, что закрыто другие территории, Западная Украина, Черновицкая область там закрыты и так далее. Поэтому киевский поток туристов поехал в Одессу. Что такое аншлаг в Одессе? В Одессе всего 25 тысяч примерно гостиничных номеров и около 20 тысяч частных квартир, которые сдаются. То есть 45 тысяч. Что такое Киев? Киевская область – это 4 миллиона населения. Даже если 1% выезжает в направление Одессы, в Одессе уже аншлаг. Не говоря о том, что кроме Киева и Киевской области, в Одессу приезжает и Черкасская, и Черниговская область, и так далее. Поэтому аншлаг – это был единовременный. Если сегодня позвонить в отели одесские, то сегодня в одесских отелях загруженность составляет 20-30%. Да, это было 3 дня, когда киевские офисные сотрудники получили первые дни лета возможность выехать. А выехать они могут только в Одессу. Аншлаг был, но говорить о том, что это начало высокого курортного сезона, нет. Сегодня все-таки без железнодорожного сообщения с большинством областных центров Украины, с ограниченным автомобильным сообщением, без автобусного сообщения практически со всей Украиной говорить о начале высокого туристического сезона нельзя. Только заполнение одесских отелей, возможно, на выходные будет продолжаться и так, правда, не таким ажиотажным способом, но надо учитывать тот фактор, что туризм в Одессе – это не только одесские рестораны, ночные клубы. Якщо у нас буде час, ми поговоримо про те, що у нас в області. Тут важливий момент в тому, що карантин не зупинив киян, і, можливо, вони були наслышані так, російською, про те, що в Одесі в нас тут послаблення певні. До речі, кияни і говорили, коли і в нашій студії, що у Києві більш жорсткі заходи, а ось в Одесі, де у вас тут взагалі так все легко і просто. Чим це може обернутися? Вам, будь ласка, Світлана, слово і про ситуацію взагалі. Деле все прекрасно знают о том, что ни о каком послаблении карантинных мероприятий непосредственно на территории Одесского региона речи не велось. И к нам действительно ехали люди, которые имели финансовую возможность и имели возможность дистанционно работать. Фактически, вот я разговаривала со своими и родственниками, и коллегами, кто работает в дистанционном режиме, абсолютно без разницы, где ты будешь находиться, в какой точке Украины, заработную плату ты все равно получаешь, и тот объем работы, который тебе необходимо выполнить и предоставить своему работодателю, ты можешь выполнять где угодно. Поэтому, естественно, люди, которые имели возможность либо сидеть в удушливом Киеве и дышать асфальтом, либо дышать на берегу Черного моря, они выбрали этот вариант. Ни о каком послаблении карантинных мероприятий речи не идет. На сегодня я знаю о том, что неоднократно обращается Киевская городская администрация к главе областной администрации нашей области о том, что готов ли наш регион встречать туристов для санаторно-курортного лечения и так далее. На сегодня таких ограничений глобальных нет, но на сегодня, если у нас в регионе отсутствует даже дозвел на плановую госпитализацию пациентов, говорить о том, что у нас разрешено свободное перемещение в таких вот развлекательных местах, в том числе и в курортных отелях, однозначно речи такой нет. Да, у нас есть распоряжение главного санитарного врача Украины о том, что эти учреждения могут, то есть на них ограничений в работе нет. Непосредственно руководители самих санаториев, профилакториев ищут возможности для поддержания и существования своих лечебных подразделений. Некоторые из них выходят из положения таким образом, что они гарантируют проведение лабораторных исследований и принимают к себе людей на отдых только с наличием результатов тестов лабораторных для того, чтобы избежать вот этой вспышки на территории своего лечебного учреждения. Но как таковых ограничений глобальных нет на самом деле. Я попрошу показати ще одне відео. Це вулиця Дерибасівська, знову ж таки, цими святковими вихідними, які минули. Подивіться, будь ласка, і чи можна сказати, що усі ці люди – порушники, усі без масок, усі не дотримуються дистанції, і, ну, чи, не знаємо, чи є в них паспорт, посвідчення особистості чи ні, ну, на обличчя той факт, що масок жодної людини немає, і дистанція в півтора метри, ну, зовсім не дотримується. Це порушники? Так.
Так, абсолютно, це є порушники. Ми бачимо, ну, в всякому випадку з цього ролика, про те, що жодної дистанції розумної ніякої не дотримується, і люди доволі себе спокійно відчувають, вони розуміють, що літо, Одеса, відпочинок, ну, в принципі, такий стандартний режим в Одесі для туристів, які приїхали подивитися містом, погуляти, але точно це не говорить про те, що в цьому місті є карантин. І виходить, що і контролю немає, і правоохоронці немає, не слідкують, ніхто не слідкує. Можливо, правоохоронці там проводили якусь роботу для того, щоб зробити якусь статистику, звітність скласти, але, як ми бачимо з ролику, ніякого результату це не дало. Так, в этой ситуации вопрос такой, что вот я был последние там 6 недель, почти каждую неделю в Киеве, в Херсоне, в Николаеве. Нигде я не видел в транспорте людей без масок, кроме Одессы. Вот только в Одессе люди садятся в транспорт без масок и еще обвиняют тех, кто в масках, почему вы в масках. Это уникальная ситуация Одессы. Ни в Николаеве, ни в Херсоне, ни в Киеве я не видел людей, которые заходят в магазины без масок, и никто не возмущается, когда тебя не пускают. Только в Одессе люди, заходя в магазин, возмущаются, когда требуют, чтобы ты одел маску. Да, и на пути вот на заправках мне очень понравилась ситуация. Ну, нельзя говорить, да, о торговой марке, как я представляю, но тем не менее, на тех заправках, где обычно заправляемся, мне понравилась ситуация, что они говорили, вы без маски, даже если заходите, мы обслуживать вас все равно не будем. Либо вы одеваете маску, мы вас обслуживаем, либо нет. Это ответственность. Да, я вот на выходных днях очень много знакомых просил поселить. В гостиницах не было мест, поэтому обращались как к специалисту поселить знакомых в гостиницах. Я в многие отели подъезжал. Мне понравилась ответственность отеля. Все сотрудники были в масках, везде дезинфицирующие средства, информация есть. И этот вопрос давно обсуждался, где-то с апреля месяца с отелями обсуждали. Отели взяли на себя обязательства гарантии безопасности. То есть дополнительная уборка, ограничения по пространству и так далее. Конечно, после такого экономического кризиса в Турции приняли отели обязательство не поселять больше 50%, да, то есть ограничить свои возможности. В Одессе, когда все стояло, все-таки отели работали на 100% загруженность. И если говорить, у меня сестра вернулась из Грузии паромом, да, и они в Батуми в течение дня не могли найти ни одно кафе выпить кофе. То есть не просто сесть в ресторане, а ни один кафетерий не работает, это было неделю назад. Да, возвращались через Батуми паромом, ни на вынос, ничего, ни одна говядня не работает. Продовольственные рынки разрешили работать за последние 3 месяца, только на прошлой неделе. В Баку из дома можно выйти, предварительно отправив смс-ку на 2 часа, и если через 2 часа ты не вернулся, больше $100 штрафа. Из дома выйти на 2 часа, если это не связано с работой, в сутки на 2 часа каждый член семьи может выйти на улицу. То есть мы живем в раю по сравнению с ограничениями, которые действуют в других странах. Вот я сегодня разговаривала со своим бывшим пациентом. Он сам житель, перемещается между Израилем и Одессой. Так вот он говорит, что в Израиле категорически нельзя вот сегодня и сейчас выйти на улицу без маски на лице. Если ты вышел без маски, тут же подходят полицейские и штрафуют. Угу. Поэтому да, действительно, тут у нас рай. Має це завдання правоохоронців дійсно наповнювати бюджет, штрафувати. Чому це не робиться? Чому не робиться? У нас все, що поліція чи правоохоронні органи, коли починають працювати, ми говоримо, от ми чули про Батумі, про Ізраїль, чому, допустимо, люди там не виходять масово, ну, немає такої ситуації, як в Одесі. Тому що з самого початку запровадження карантину людей притягали до відповідальності. І реально притягали до відповідальності, вони платили ці штрафи, не розуміють, що покарання все одно буде. І неоминутний, вони вже краще дисциплінувалися. Так, вони дисциплінувалися, і вони розуміють, що ну, це дуже, дуже вартує великих грошей, такі прогулянки. У нас же, в принципі, трошечки інше. У нас, як тільки запровадили карантин, всі люди одразу почали кричати, що нас принижують, порушують наші конституційні права. Там деякі громадські організації це підтримали. В інтернеті роздули зразу фейки, що коронавірусу взагалі нема. Це все політичні якісь фейки, ігри і таке інше. І людям завжди
легше не брати на себе відповідальність і перекласти на це, що там в Києві щось придумали, вони щось собі вирішили, не будемо. Он ми бачили сусіда, який не одягає маску, ніхто його не притягнув. От ми не знаємо там реально, чи помирають люди взагалі чи ні. Я нещодавно спілкувався з одною бабусею на вулиці, от, вона теж без маски. Я підійшов і запитав, чого ви без маски, одягніть, будь ласка. Вона каже, я не вірю в коронавірус, його немає, поки я не буду бачити, що реально трупи лежать на вулиці, от я до тих пір маску не одягну. То все, політика, і взагалі не зважайте на це. Так, у нас в студії є лікар, і тому хочеться все ж почути правдиву інформацію, ситуація, зокрема в Одеській області, знову ж таки, ще два мешканці померли від ускладнень на Одещині. Я вам хочу сказать, что действительно Одесская область за последнюю неделю имеет самый высокий прирост уровня заболеваемости на COVID-19 в сравнении с другими регионами Украины. У нас уже начали присоединяться такие районы, как Белгород-Днестровский. У нас каждый день идет регистрация плюс 60-70 новых случаев заболевания на COVID. У нас уже присоединился Ананьев, Балтский район. Слава богу, пока еще держится наш Лиманский район, который тоже да, принимает большое количество туристов. Одесса непосредственно, город, тоже увеличил темпы прироста. Ну и, конечно, самыми стремительными темпами у нас на сегодня ярко пылает Болградский район. Но, слава богу, наша оперативная группа выехала. Мы работали в Болградском районе вот прошлую неделю, и часть нашей группы продолжает работать на территории города Измаила. Мы делаем со своей стороны абсолютно все, и департамент здравоохранения для того, чтобы сейчас отрегулировать потоки пациентов, чтобы максимально создать условия на этапе самоизоляции и уменьшить точки перемещения пациентов больных с ковидом, чтобы они не составляли угрозу для тех остальных жителей, которые есть на территории. Но мы не всесильны. И, к сожалению, вот это непонимание людей, вот то, о чем говорил Евгений, да, я его не видел, значит, его не существует, как раз и приводит к тому, что вот эти тесные контакты приводят к новым случаям заболевания. Причем, как бы мы ни следили со своей стороны, потому что центры первичной медико-санитарной помощи, поверьте, уже поставлены, но уже в такое, знаете, ружье. Они уже даже по нескольку раз на день они звонят пациентам, они убеждаются в том, что и в видеосвязи, они убеждаются в том, что эти люди действительно находятся дома, в самоизоляции, потому что у нас количество посадочных мест в наших лечебных учреждениях не способно обеспечить то количество пациентов, которые у нас есть на сегодня. Потому что внимание нужно все-таки уделять пациентам тяжелым. Мы не можем заниматься воспитательной работой пациентов с легкой формой, поэтому их мы оставляем на дому. Вот это действительно нарушение их конституционных прав. Но они со своей стороны должны соблюдать все меры безопасности, которым их обучили при постановке такого диагноза. К сожалению, вот меня сегодня очень расстроил. Я сегодня буквально разговаривала с руководством Белгород-Днестровского района. Уже инфекционное отделение переполнено пациентами с подозрением на COVID. Люди ожидают результаты. И уже на сегодня мы начали такую массовую транспортировку этих пациентов в город Одессу, в наш медицинский и клинический центр, потому что уже Белгород-Днестровское инфекционное отделение не справляется с этим потоком пациентов. І ситуація викликає занепокоєння, і, зокрема, і в президента. Він оголосив готовність, підготовку до другої хвилі коронавірусу, карантинних, посилення карантинних заходів. Але таке запитання, знову ж таки, ви говорили про те, що так чи інакше на вихідні, але будуть їхати до Одеси. Так, їдуть оздоровлятися чи все ж наражати себе на небезпеку? Адже і безсимптомно можна, може хвороба проявити себе. Конечно. Так, так. Той ситуации, которая сегодня происходит, мне первый пациент, который попал в Одесскую инфекционную больницу, был мой знакомый Шахин Асадов, который приехал из Бельгии и Германии. Он первый сам пришел и попал в больницу. Действительно, первый пациент, который в Одессе оказался в больнице. Поэтому я верю, потому что я его видел, если так будем говорить, этот ковид своими глазами, да, этого человека. Та ситуация, которая сегодня есть, она может быть урегулирована только одним способом. Да, это самоответственностью людей. То есть человек должен ехать на отдых в том случае, если он прошел проверку, самопроверился, да, сдал анализы и получил справку. Я думаю, что ответственность людей и ответственность бизнеса здесь должна быть равной степени одинаковой. Не решит государство за всех все проблемы.
люди должны быть ответственны. То есть гражданин – это ответственный человек, который принимает на себя обязательства. Вот здесь именно проверка гражданской ответственности в первую очередь. Когда люди начнут надевать маски везде, заходя в аптеку, заходя в магазин, заходя в транспорт, заходя на общественную территорию, да, и это будет правилом для всех, тогда не будет угрозы, когда все будут соблюдать социальную дистанцию. Руки мыть научились, Теперь надо следующий шаг пойти, да, быть гражданином и соблюдать ответственность. Пережить этот период можно только, если все будут ответственны. Если бизнес и граждане будут неответственны, тогда пойдет вторая волна, и государство примет более жесткие меры, потому что у государства есть ответственность, угу, да, за жизнь и безопасность своих граждан. Если люди не соблюдают этого, то государство придется ужесточить. Поэтому у меня призыв ко всему бизнесу и людям. Если не хотите более жорстких мер, соблюдайте эти несложные правила. Угу. Ви знаєте, в мене стоїть в голові картинка з нічних клубів Одеси. Тобто наступає ніч, і люди просто напрочі забувають про соціальну дистанцію, про носіння масок. Ну, в нічному клубі, на концерті це ж неможливо зробити. Чи треба повністю закривати такі заклади за неможливості дотриматися, ну, в реальності всіх умов? Смотрите, з концертами зараз проще, і вони розрішені під відкритим воздухом, з учетом там 5 квадратных метров на человека и дистанция 1,5 метра. Есть организаторы концертов, которые это соблюдают. Кстати, завтра вот наш одесский коллектив «Маски» проводит такой концерт, где можно, такой спектакль, где можно будет увидеть, как стулья расставлены на расстоянии 1,5 метра, и все правила соблюдены. Это, конечно, сложно. Но лучше сложно, чем невозможно. Давайте соблюдать то, что можно соблюдать, а то, что невозможно, действительно прекратить. И в ночных клубах можно ограничить это, да. То есть не обязательно, ну, смотрите, крупнейшие фестивали мира проходят не ночью, а днем. Музыкальные фестивали. Тут же Tomorrowland, да, там начинаются концерты в 10 утра, это там до 10 вечера, там 500-600 тысяч человек. У нас просто в Одесі вся музикальна життя перейшла в ночний формат. Да? Так, ну не секрет, да, що їдуть в Одесу за погуляти по нічній Аркадії. І навіть рейди проводили правоохоронці спільно з чиновниками, нічними клубами цими вихідними. І їх не допускали, говорили, що це приватна територія. Ну дивіться, тут уже трошки помиляються. Я згоден, що це приватна територія. Угу. Але ж ми все-таки говоримо про людей, про карантинні обмеження, які мають дотримуватися. І в даному випадку, якщо ми бачимо, що нічний клуб переповнений людьми, ми говорили про те, що там в інших країнах, і в принципі можна організувати навіть в клубі нормальну роботу його, ну, мабуть, це потрібно обмежити кількість людей, які можуть бути на території клубу. Ну, обмежити – це ж втратити кошти. Це втрати кошти. Це та сама ситуація, як з переповненими вантажівками, які їздять, розбивають дороги. Чим більше ти навантажиш, тим більше ти заробиш. От такого принципу, на жаль, бізнес на сьогоднішній день дотримується. От ми вважаємо, що завжди можна домовитися в будь-якій ситуації, будь з ким. І поки не будуть покарання реальні, от ця ситуація, я думаю, буде продовжуватися. От якщо по клубам там проводили якусь перевірку, от мені цікаво, чим це закінчиться все. Угу. Чи як зазвичай? І інший момент, наскільки ілюзорне це дотримання, навіть якщо це буде зроблено, дистанція, відкритий простір, опен-ейр, так, під відкритим небом, але все ж це масове скупчення народу, людей, які між собою спілкуються, ну так чи інакше вони не будуть до 1,5-2 метри між собою тримати. Тобто апріорі неможливо в нічних клубах дотриматися всіх протиепідеміологічних норм. Світлана, до вас питання. Знаєте, ну от Фазіль сказав ключову фразу – самоответственность. Если ты зашел в клуб, да, и тебе хозяин клуба предоставил возможность находиться на расстоянии там 1,5 метра от твоего же такого же желающего повеселиться коллеги, да, по цеху, ты же точно так же должен понимать, что ты должен соблюдать эту дистанцию. Не нужно приближаться к своему соседу на близкое расстояние, как бы тебе этого не хотелось. Это самоответственность. Ведь самое главное, да, почему на людей одевали маски? Вот я буквально вот была, когда в Измаиле, да, вот задавала вопрос, неважно, куда я заходила, на рынок, значит, в магазин, практически тоже никого не было в масках. Задаю вопрос, почему? А вот мы услышали, что главный санитарный врач сказал о том, что маски можно не носить, что это был такой организационный, организационное мероприятие, и на улице их можно не носить.
Да, действительно, это было сделано с целью организации людей, то, о чем мы говорили, научить мыть руки, научить носить маски и так далее. Но никто не отменял дистанцию. Ведь мы же все время говорим о том, что вирус прикрепляется к крупным каплям, и он очень быстро падает на поверхность. И самое главное, что если ты, даже не будучи в маске, но ты будешь соблюдать дистанцию, у тебя уже шансы заразиться от человека, который находится рядом с тобой, практически снижаются к нулю. Вот это самое главное, что должны учесть люди. Но то, что вот вы показывали в репортаже с ночных клубов, то, что творилось на Дерибасовской, ведь действительно ни один из людей, которые проходили по улице, они действительно не соблюдали дистанционный режим. Вот самые элементарные правила. Ведь на самом деле все мероприятия борьбы с инфекциями, они построены на самых элементарных мерах безопасности. Но, к сожалению, вот нам очень сложно принять самое простое, что вообще может быть предложено. Вот если бы сказали носить, наверное, космические скафандры, боже мой, вот это, наверное, бы к этому подошли более серьезней. А так, ну какая это маска, подумаешь, от чего она может защитить? Или там соблюдение дистанции, ерунда. Поэтому самоответственность. Вот у нас действительно безответственные люди. Вот честно говорю, вы знаете, я когда вижу ночную жизнь нашей Одессы, а потом после этого чудесного летнего периода у нас черные коридоры людей, которые приходят, и мы им, к сожалению, объявляем диагноз ВИЧ-инфекция. Это просто, вы знаете, а потом следом за ним идет вместе с туберкулезом. Вы знаете, вот честно говорю, самый большой поток пациентов мы получаем всегда, это сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Это вот этот период, когда у нас прошла вот эта активная летняя жизнь. Непонятно, что там происходило, но мы знаем, что там происходит. А потом мы получаем, льем слезы на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот эта безответственность, да, эта культура нашего поведения, она связана же не только с ковидом, она связана с абсолютно всеми инфекциями, которые на сегодня известны. І ковід тут вообще не являється исключением. Про нічне життя зрозуміло, про денне тепер життя, так? Взяти ті ж пляжі. Ну, я не знаю пляжу в Одесі, де було дотримання норм в 1,5-2 метри, і так, щоб і шезлонги були розставлені, це бізнеса відповідальність, або коврики розстілені. До п'ятниці всі соблюдали. В п'ятницю, як поток людей пішов, люди забули об этом. До п'ятниці все було, шезлонги так розставлено на всіх пляжах, всі соблюдали. Здесь, конечно, такое впечатление, что ну, у всех этих людей, которые были, ну, ребята знакомые, укладывали видео в 5 часов утра с Дерибасовской, было такое ощущение, что это первомайская демонстрация. Но это было 5 утра. Такое ощущение, что людей была жизненная необходимость обязательно отметиться на Дерибасовской и в Аркаде. Да? Кроме Дерибасовской, в Одессе улиц не существует, по которым ходить, хотя у нас очень большой исторический центр во все стороны. Но так уж исторически сложилось, что люди знают Одесса, Дерибасовская, да, вот в этом отношении. Здесь, в первую очередь, я с коллегами согласен, что это ответственность людей. И когда киевляне приезжали, я говорю, соблюдайте два правила. Поедете туда, на тот пляж, где меньше всего людей, и не ходите на Дерибасовскую. Да? То есть Дерибасовская никуда не денется. Да, все эти рестораны будут переполнены, пойдите туда, где меньше людей. И я старался, большая часть людей, вся Одесская область пустая, Катранка пустая, Россейка пустая, Лебедевка пустая, все, что дальше затоки, было свободно. Ну, и такое ощущение, что для киевлян Одесская область заканчивается на уровне затоки. Вот дальше от затоки для них моря нет. На самом деле лучшее море Одессы, Одесской области, это дальше затоки. Але ж туди доїхати складно. Отлично ехать. Из Одессы до Приморского и Кілійського района мы с выезда с двух столбов доезжаем за 2 часа. В затоку ехали 4. Траса Одесса-Рені великолепна. Щоб розвантажити Одесу, треба направляти потоки туристів по всій області. Там нет развлечений. Так, там немає. Там есть море, вкусные фрукты, хорошие люди. Хочу вам сказать, вот я была в Измаиле, да, я жила в отеле неделю. Вот действительно, отели в Измаиле, вот то, о чем говорил Фазиль, соблюдают абсолютно все меры безопасности. Все сотрудники в масках, везде стоят дезинфекторы, даже вот на отдалении от города Одессы, да, 240 километров.
Действительно, было очень много туристов. Абсолютно, вот я видела по автомобильным номерам в отеле, вот именно в выходные дни, очень много было посетителей с семьями, приезжали абсолютно со всех уголков Украины. И со Львова были номера, из Днепропетровска, из Киева, Киевской области. То есть они, в принципе, как бы очень хорошо осведомлены о маршруте Одесского региона. Но, наверное, они вот такие вот небольшие населенные пункты все-таки для себя еще не открыли. Но я так думаю, что это больше связано с рекламой туристического бизнеса. Наверное, хозяева тех туркомплексов должны как-то больше, больше себя развивать. Они традиционно были ориентированы на туристов из Молдавии и Белоруссии, то есть, которые заезжают по нижней части, особенно Молдавию. То есть вся Катранка, Росейка, Лебедевка, курортная Приморская, это все были рассчитаны туристами из Молдавии. Поэтому они, в принципе, никогда особо в Украине не продвигались. И уже десятки лет туда была дорога плохая. Хорошая дорога туда только пару лет. Поэтому Украина для себя еще Катранку, Россию, Лебедевку, Приморское курортное еще не открыла. Это как терра инкогнито. Вообще, я вчера, в субботу-воскресенье, был в Одесской области, в Бессарабии, и там встретил группу киевских туристов, которые приехали не в Одессу, они приехали в дегустацию шаба, дегустация Фрумышеканова и дальше колонист. Да? Это были люди, которые за последние 10 лет в Украине нигде не отдыхали. Это была группа, в составе которой все люди были 50 плюс стран, в которых они побывали. И они с открытым ртом пробовали украинские вина одесские. Они удивлялись нашей кухне, потому что они привыкли там Пьемонт, там Ницца и так далее. И вдруг они пьют наши вина, которые не уступают итальянским, французским, едят очень вкусную кухню. И все это в Украине. На самом деле украинцы тратят за границей каждый год 7,5, ну, дисбаланс, да, мы тратим за границей на 7,5 миллиардов долларов больше, чем иностранцы в Украине. То есть мы каждый год строим несколько Шарм-эль-Шейхов за границей. Каждый год. Да, то есть 7,5 миллиардов, самый крупный вьетнамский курорт, который сегодня строится, он стоит 4 миллиарда долларов. То есть ми кожен год два таких за границей строїмо. Маємо дзвіночок від глядача, давайте слухати. Вітаємо вас, як вас звати? Меня? Так, ми до вас, будь ласка, говоріть. Да, добрий день, Валерій Михайлович. Так, будь ласка, ваше запитання або думка, говоріть. Уже коронавірус 7 місяців проходить, і хтось вияснив, це саме, що це таке за болезнь. Да, и еще дальше, смотрите, вот смотрите, государство, оно же объявило сразу же карантин, объявило, оно знает, что карантин 40 дней и 40 ночей, они, наше правительство неграмотно. Президент руки мыть показывал, так есть же врач, который должен показать, причем тут президент, который нам показывает руки, как мыть, а маски, масками обеспечили весь народ, потому что магазин любой должны давать маски. Дякуємо вам за запитання. Щодо магазинів, тут таке нововведення є, не будемо називати торговельну мережу, я чула про це нововведення, сьогодні переконалася на власному досвіді, коли охоронець пропускає у торговельний зал, ти можеш там вибирати і ходити без маски, але на касі тобі не продадуть товар, якщо ти не одягнеш маску. Ну, це якийсь нонсенс, колізія. Навіщо так давати можливість пересуватися без маски в торговельному залі, а потім на касі казати, одягайте маску. Ну так, ну це вже є порушення. Якщо вже пустили людину, вони вже взяли на себе відповідальність, дана торгівельна мережа і адміністрація конкретного магазину, про те, що людина може бути там, наприклад, заражена і розповсюджувати цю інфекцію. А на касі вже при виході пробувати товар чи не пробувати, ну це вже є порушення прав особи. Якщо ви вже запустили, людина зібрала свій кошик, ну вони вже не мають права його не відпустити. Вони його мали право не пустити в магазин без маски, от в цьому етапі – да. На вході, але не треба. На вході, так. Ну, і тут нівелюється взагалі необхідність носіння маски. Якщо людина в супермаркет, так, зайшла і дві години ходила і вибрала товар, ну,
зрозуміло, чим закінчиться. У нас не так багато часу і хочеться новину сьогоднішнього дня прочитати, що Європейський Союз прийняв перелік країн, для яких з 1 липня відкриваються кордони, так ось України в ньому немає, так? Ні, і з 1 липня відкриває кордони ЄС для Алжира, Австралія, Канада, Таїланд, так далі, але не Україна. Я про що? Чи зіграє це нам на руку? Чи дійсно у нас більше буде внутрішнього туриста, будь ласка, Фазіль? Туриста внутреннего больше будет, но это не значит, что мы выиграем. Потому что мы поделим деньги, те, которые у нас есть в стране, между собой. Притока инвестиций не будет. Пункт первый. Второй. Лучше всего заполняются самые дорогие отели, потому что люди, у которых есть деньги, они все равно в Украине едут по отелям, а средний класс еще чуть-чуть поднапрягается и поедет, но 80% украинцев в этом году вообще себя откажут в отдыхе, потому что если нет сообщения на поезде поехать, они не могут все поехать автомобильным транспортом. К примеру, из Днепропетровска к нам приехать практически автомобилем нереально, там, или из Харькова. Є потяг. Только рассчитывать Дніпра только на київський. Зараз є потяг, але один, не да. Три. Ну, что такое один поезд? Угу. Один поезд – это 18 вагонов, это примерно 800 человек. Если разбить даже на 100 дней, которое лето будет, как мы считаем, осталось, правда, 60-70 дней, то есть это всего 50 тысяч человек. Днепропетровская область – это 3 миллиона человек, из которых 50 тысяч будут иметь возможность к нам приехать, при том, что если это только будут, которые к нам не едут, а не которые туда, то есть это минимум цифра, которая может быть, она никак не скажется. Конечно, наши не поедут за границу, но это не значит, что они не поедут туда совсем. Большая часть людей, которая оплатила отдых за границей, они ждут, когда откроется граница, они рано или поздно откроются, это сентябрь, октябрь, ноябрь, все равно поедут. Это первое. И второе, что страна с 500 километрами прибрежной территории. Для 35-миллионного населения очень большая у нас прибрежная территория. Можно всех разместить. И внутренний туризм, как в этом году определил президент, возможности для развития имеет. Но последовательных шагов людей, вот видите, как у нас 80 на 20, закон Парето, угу. Да? Либо у нас очень дисциплинированные телезрители, либо они лукавят. Угу. Да, потому что если бы так было на улицах, было бы гораздо безопаснее. На жаль, ефірний час вичерпано, буквально 30 секунд. Світлана, до вас дуже важливе запитання. Прогнозують плюс 35 спеки, чи носити маску в таку спеку? Можливо, це загрожує для шкіри? Вы знаете, лучше всего, опять же, вернуться к тем обычным простым правилам, которые мы говорили на начале эпидемии. При любой возможности стараться не перемещаться вообще, максимально находиться в одном месте, и тогда вы можете абсолютно спокойно и гарантированно, если вы находитесь в каком-то закрытом помещении, один или в кругу той же самой своей семьи, не носить маску. Потому что на самом деле находиться на улице в 35-градусную жару обычному человеку очень сложно. Понятно, в маске это тем более сложнее, но если мы говорим о соблюдении режимов, то лучше не перемещаться. Угу. Стараться не... Или уже, если есть возможность, ездить своим индивидуальным транспортом, потому что мы все равно прекрасно понимаем, что в наших маршрутках в первый день у меня прямо вот сердце радовалось, когда я увидела полицейских, которые остановили маршрутку возле Пересыпского моста, и водителю давали разъяснение на предмет того, что он находился без маски. Больше я такого чуда не так, видела. Так, зараз, на жаль, водії усі без масок, и зараз же я вам дякую за важливу розмову.